связи. Иди вперед. Джерри докладывает о подкреплении к артиллерийской дивизии к северу от тебя. Они заходят сзади! Танковый дивизион пытается атаковать наши позиции с фланга. Единственный способ помешать немцам — не дать им перебраться через реку. Конец связи. По последним данным, цель хорошо защищена, но вы должны выполнить поставленную задачу любой ценой. Конец связи. Понял, выполняю. Сержант, бери базуку и не дай этому танку пройти здесь. Ага, хорошо. Пойдем искать базуку. Че, на мельнице что ли? Где? Нет никого слева. Че за бред какой-то? Так, он не здесь. Мне сразу же спалили. Твою мать. Короче, придется тупо всех здесь валить, пока никакого стелса нет. Кто еще стреляет? Не пойму. Короче, часть чуваков с машины я перебил. Если не всех. Убили что ли? Вот жопа. Жалко, печально. За какое еще орудие? Опа. Блин, ну хрен разглядишь, что такое. Тьме. Да. Стоп. Да что такое-то? Твою мать, нас окружили. Что кто-то стреляет, но я его не вижу. Да что-то я кашу, как это. Еще кто-то что ли? Не вижу. Так, надо поближе туда подобраться. Так, надо прорываться, наверное, туда. О! Да он... Ну что, еще живой что ли там? Уже все, уже нет. Да ну нафиг. Как он долго оружие меняет, капец. Keep going.
давай. Баранс, ты со мной. Жди приказов. Блин, мне бы аптечку. Все чисто вроде. Сержант, у тебя есть бомбы. Разберись с танком. С каким еще танком-то, блин? Имеется в виду вот с этой пушкой, что ли? Это бомба? О, это танк. Там еще, по-моему, кто-то стоял. Ну вот. Все, по-моему. Так. Ну что, в дом надо заходить? Япона, мать. Я думал, тут все. А тут не все. Ладно, вот зараза. А? Надо в дом, короче, входить. Пипец, 12 патронов. Придется с винтовкой гонять. Пошевеливайтесь, перегруппироваться и вперед. Так, надо все обшарить, все трупы. А патронов вообще нету. Ну хотя для винтовки есть на самом деле. Куда он мне показывает вообще? Куда-то туда. Поезд какой-то. Ты найдешь грузовик, а мы организуем прикрытие. Что-то я догнать не смог. Он мне сказал найти базуку в начале. Базуку я не нашел. И танка вообще здесь не было. Танка, наверное, имелась в виду пушка. Что, типа осталось 5 противников всего? Я вылез, как придурок. Че, все что ли? Нет, еще четверо где-то. Блин, мне бы вот тут автомат. 12 патронов мало. Кто? Где?
Ладно, давай внутрь попробуем. Во-первых, аптечки сразу же. Так, еще где-то трое. Уж не наверху ли? А, наверху был тот, кого я завалил. В начале. О, хорошо вообще. Отличненько. Повылезли. О, у тебя вообще хреново, да, я смотрю. Так, а дальше-то что? Нам не сюда вообще. Тут все закрыто. Нам вон туда. Так, и чё? Давай зачистим это здание, посмотрим, может тогда мы сможем пробраться к мосту. За мной! Что-то нехорошее у меня при себе. Берегись! Так, по-быстрому зачищаемся. О, патроны, печка. Отлично. Идем дальше. Угу, понятно, там бегают. Я не понял, как это там сейчас. Идиот, ты что стоишь? Хорошо, хоть я своих не могу калечить. Смотрите, сержант. Сюда. Куда, куда, куда? Я буду прикрывать вас отсюда. Ждите моего сигнала к атаке. Вперед! А, да? Чем делать-то надо? Так, мне что-то пушку надо завалить, что ли? Ну, готово. Еще, кстати, два противника где-то остались. Один остался. Все, что ли? Погоди, а куда чувак делся, который это пошел тоже сюда-то? Его что, убили, что ли? Нет, двое живы моих. Отличная работа, сержант. Где второй? Он что там стоит? Я не смог пробраться.
прорвался к мосту, но нашел обходную дорогу. Со мной! А, понятно, он ходил на разведку. Вперед. К обходной дороге.